такое вам как? Присосались к зоне как пиявки. Лишь бы деньги. А какой ценой все? Кому-то еще не подавай. Он как долго в самом расплачном. Вот так задумаешься иногда. Ну, непонятно. Деньги за работу получаем. С начальством тоже понятно, им конкретные результаты нужны. Но неужто за всем этим не стоит что-то большее? И ведь черт его знает, что именно. Вот послушайте, мужики. Это вы? Я буду очень рад, если мои выводы окажутся полезными для всех нас. Здравствуй, здравствуй! Ты заходи, если потрепаться охота придет. Thank you.
хорошо. Тут все тут вброили, так дуже, як то кажуть, дуже небезпечно. Вот молодец, живой пришел. Нічого, нічого. Я ще по місцях бойової слави туристів водитиму. І зарубки їм на прикладі показуватиму. Це вже обов'язково. Доброй тебе дороги! Если что, за себя постоять сможем. Знает, что именно. Чего заскучали, мужики? Апгрейд? Продолжение следует...
Запомни, хороший стрелок тот, у которого ствол говорит. Тот? Знаешь, какой сюрприз за кустом. Да и удовольствие от работы не то уже. Не то. Послушайте, мужики! Задача за выполнение нормально, вот тебе и смысл с мотивацией.
все, я завязываю. Да, тут крути, не крути, маракуй, не маракуй, а все равно выйдет так, как командир скажет. Ну или как зона, решу.
закрой! Сейчас я этого гада сделаю! Не уйдешь! Все, ты труп! Дерьмо!